С вами Шумики, мы продолжаем пройдить игру под названием Путанная башня. Так, мы с вами спросили у всех насчет своих, то, что мы понаходили. Теперь нужно расспросить точную информацию, где, что, да как. Погнали к этому. Так вот, насчет краски, которую вы нашли в вашей комнате. У меня нет ничего подозрительного. Я ее использую, чтобы красить, и ясное дело. Это совершенно нормально. А мы не говорим, что в ней есть что-то подозрительное. Да ладно, выкладывайте. В чем вы меня обвиняете? Она неправильного цвета. Это не ваша банка краски. Не та крышка. На ней не та крышка. Уверен? Не совсем. Да ладно, выкладывайте, в чем вы меня не обвинили? А, я бы сказал, на самом деле, что она неправильного цвета. Это не ваша банка краски. Это не ваша банка краски, откуда вы ее взяли? Какого черта? Она точно моя. Я могу это доказать. Видите, крышка на та же, что и на всех других моих банках с краской. И хватит нести чушь. Никакая это не чушь. Нам нужна улика для рассоления с краской красной Феликс. Что-то не может доказать, кому она на самом деле принадлежит. Как нужна улика, которая имеет какое-то отношение к этому? Так, там водичка, а здесь горы. Есть разница? Этикетка, алло. Как мне этикетку показать? Ладно. Давайте поближе взглянем на это. Банка с краской Фрей была разбита, и ее разбили. Так, банка с... Банка с краской Фрей. Выглядит так же, как и... банка с краской Феликса. Ее сломал Феликс, но Фрей это заметила. При чем здесь крышка? Была использована ее... была разбита, ее разбила. Банка с краской была украдена, на ее место оказалась банка с краской Феликса. Это красная краска Фрей, и она же... она не ваша. Даже поменявши краски, вы не скроете того, что это... Что вы мне приставили к этой красной вообще? Это никак не связано с убийством. Так. Пропал, ее забрал. Было налито. Кровь. Которую Фрей использовал, когда рисовала. This red paint pot was somehow filled with blood before Freya used it to paint Flora. О, это. Точно, что-то значит. Ладно, все. Вот как это произошло. Я был занят одним проектом, когда вдруг понял, что у меня закончилась красная краска. Времени у меня было немного, и я вежливо попросил у Фреи, могу ли я одолжить у нее краску.
Совсем недолго, знаете ли, совершенно обосвоеванная просьба. Но она сказала нет. Я пытался ей объяснить, зачем мне нужна была краска, но ей было наплевать. Так вот... Я взял банку с красной краской у Фрей и поменял ее местами с моей пустой банкой. Вы зашли к ней в комнату? Я этим не горжусь, но это же всего лишь краска. Я больше ничего не трогал. А банка с краской была, вы вынули, точно была пустая? Абсолютно. Я не имею ни малейшего представления, как в ней оказалась кровь, если вы это имеете в виду. А зачем вам так срочно понадобилась красная краска? Я хотел закончить это ко дню рождения Флоры. Для последних штрихов мне нужна была красная краска. Разве нельзя было использовать какой-нибудь другой цвет? Исключено. Это обязательно должно было быть красно-белым. Если вам удалось закончить вовремя, почему вы его до сих пор не подарили Флоре? Ох, что ж, я в конце концов решил этого не делать после всего, что случилось. Это показалось немного бестактным. Окей. Идемте дальше. Фифи, теперь с тобой. Это ваш дневник, Фифи? Мы нашли его в вашей спальне. Конечно, это мой дневник. Нелепый вопрос. Почему он закрыт на замок? Вам серьезно требуется объяснение? Что ж. Достаточно распространенное понятие, так называемый тайный дневник, особенно популярный у девушек в возрасте от 9 до... Значит, здесь запитаны тайны. Этот дневник не используется. А по виду не скажешь, что не используется. Так, это вообще не дневник. Это дневник, принадлежит кому-то другому. Фифи. Этот дневник принадлежит кому-то другому. Как вы пришли к этому выводу? Он лежит в моей комнате. Он мой. Нам нужна улика для сравнения с дневником. Что-то, что может доказать, что является его настоящим владельцем. Таизи, я это сразу же говорил. Давай-ка поближе взглянем на это. Так, эта голубая книга была спрятана не так. Выглядит совсем не так, как чем-то смахивает на... Поэтому этот дневник должен быть на фотографии. Ага. И доказали, что хозяйка была Фрей. А, вот. Which proves it belonged to Freya. Almost. Maybe just change one thing. А, блядь, тут есть даже такой вариант. The secret diary, which proves it belonged to Freya. You were hiding Freya. Вы спрятали дневник Фрей у себя в комнате, и вы же закрыли его на замок. Зачем бы я стала делать что-то либо подобное? Так уничтожила, всегда относилась подозрительно. Так. Фрея всегда относилась подозрительно. Не хотел, чтобы кто-то увидел личные секреты из ее спальни в дневнике Фреи. Книги из библиотеки. Freya didn't want anyone to see personal secrets within Freya's diary. Almost. Maybe just change one thing. Freya didn't want anyone to see. Nope. Freya, that's not right. Freya, that's not right either. Freya, that's not right either. Так. Фифи не хотела, чтобы кто-то увидел личные секреты в дневнике Фрей. А. Это правда, Фифи?
Я знаю, что вы дружили с Фифи, но если вы пытаетесь что-то либо скрыть, вы не были знакомы с Фрей, и вам, возможно, будет трудно это понять. Она делала то, что хотела, и делала это по-своему. Решив скрыть записи Фрей, я просто хотела сохранить ее невиновность? Фифи будет лучше, если вы просто позволите нам прочитать дневник. Что ж, я его открою. Однако, читая его, помните. Фрей была самым добрым и мудрым человеком, который я знала. Ладно, Фифи открыла дневник. Наконец-то. И что там? Так, тайный дневник. Она вернулась. На этот раз воплоти. Это я. Это я его выпустила. Может, мне стоило разорвать эту картину на куски? Душенос сработал. Удивительная штука. Теперь у нас... Так, теперь у меня их два. Нужно еще два. Пробралась в центр. Удивительно, просто по сравнению с арфой, я и видела... Так, всех пятерых. С вычеркнутыми глазами. Несмотря на все, я должна сохранить свое обещание. Я сделаю все, что смогу. Ей пойдет на пользу общение. Так, у меня типа новый предмет стал. Нет, ну ладненько. Окей, идемте далее. К детективам последний потом придем. Итак, да, мы нашли это. Ох, это... Это ничего не значит. Вы написали, теперь уже я ее достану. На бумажке и спрятана ее у себя в комнате. Это что-то значит. Вообще-то я не записывал, хотел спросить. А об этих красных лепестках? Лепестках? Они не настоящие. Эти лепестки из красных... Так, тюльпанов... Эти лепестки из красных роз. А в Путанной башне есть только одно место, где растут красные розы. Нам нужны улики, что-то в показе розы, где то ему это принадлежат. Это рисунок, изображенный Фицей Поппи в саду на крыше. Видите, здесь рукушек Фифи. Я представляю себе, не могу, на что вы намекаете, но это не важно. Я не могу ничего взять из... Так, сада на крыше. Туда возможно попасть только из комнаты Фица или из комнаты Поппи. Как я могла взять что-то из сада, в котором я не могла попасть? Туда, правда, не можно попасть только из этих двух комнат? Большинство людей, да. Но не забывайте эти... Пенни, ориентолог. Таргуша, в чем это вы меня обвиняете? Птички. Убила для Пенни, которая интересовала. Подкупить. Шпионила для Пенни. Поппи. Что они планировали убийство? Она из птиц шпионила для Пенни, которая интересовала Поппи и Фит, и украла у них улики. Мы знаем, что эти двое проводят время вместе в саду на крыше. Думаю, вы запланировали, и вам хотелось узнать, чем они там занимаются. Я вообще не... Так, ревнива. Я бы никогда не заподозрела Фица. Ни в чем подобном. Кроме того, Табата вообще никогда не покидает клетку. Кроме... Она точно никогда не летала в сад на крышу. Нам нужны улики для сравнения с птицей Пенни. Что-то, что докажет, что одна из них была в саду на крыше. Давай-ка поближе разглянем на них. Mm-hmm.
Так, это желтое перо. Кралла. Оставил за собой желтая птица Пенни. Это желтое перо оставила за собой желтая птица Пенни, когда она посетила сад на крыше. Я не собираюсь это терпеть. Зная это, что это двое спрятались там наверху, в своем частном садике. Я не могла сама шпионить за ними, поэтому я попросила Табату сделать это за меня. Я так и знала, что она найдет для меня доказательства. Простите, Пенни, а вы не... Слишком остро на это реагируете. Вы не понимаете, Фитц отдаляется от меня. Он такой тихий со мной в последнее время. А вот с Поппи, он словно выходит из своей скорлупы. Не знаю, что он в ней видит. Ух, это паршивка. Прошу свои извинения. Не стоило вас напрягать этим разговорами. Окей. Так, идем к Поппи. Подозрение. Хочу кое-что у вас подтвердить, Поппи. Валяйте. Что вы сделали? Так, можете сказать нам об этой кассете? Она ваша? Она принадлежит Фре. Ей нравится, когда играла музыка, особенно, знаете, или когда она рисовала. А вы знаете, какая музыка записана на этой кассете? Понятия не имею. Кислотный цвет... Музыка пианино. Очень похожа на вашу музыку, если честно. Она точно не ваша. Почему мы вообще об этом говорим? Кассета уже несколько лет как не пользовалась спросом. Эта кассета была найдена на месте преступления. Она была в граммофоне. Это не моя. Я бы никогда такого не купила. Почему нет? Не люблю этот цвет. Вы раньше любили такие цвета? Чепуха. Нам нужно улики, чтобы сравнить с кассетой. Что-то подожжено, что раньше попил, нравилось яркие цвета. Но я говорил, что-то попило. Давайте поближе взглянем на это. Надпись. Розовая кассета. Так, смесь представления похожа на гораздо больше, чем старела. И сада похожа на заменили нам. Розовая кассета с места преступления похожа на розовые аудиты, которые нашли в комнате. Поппи. Это не я. Нет, это вы. Я могу это доказать. Вы сейчас выглядите немного по-другому, но Фифи с Фрей легко узнать. На этой фотографии явно вы две ваши лучшие подруги. Почему вы ее порвали и зачем спрятали? Мне кажется, ответ очевиден. Поппи теперь ненавидит Фифи и Фрея. Уверен? Не совсем. Мне кажется, ответ очевиден. Поппи не хочет больше так выглядеть. Это все? Тогда все это вообще не важно. Возможно, все дело в причине. Почему Поппи не хочет больше так выглядеть? Время неуловимая штука. Секундочку. Так значит, розовая кассета действительно принадлежит вам, Поппи? Раньше принадлежала. Я записал свою игру на пианино и подарила Фрей несколько лет назад. Вполне вероятно, Фрей слушала эту кассету в тот момент, когда ее убили.
Должна быть какая-то связь между кассетой, граммофоном и убийством. Я еще кое-что хочу узнать. Откуда здесь трещина посередине? Не имею ни малейшего представления. Так, дальше. У нас остается два подозреваемых. Итак, Фитц. Мне доложили, что ваши видели тайком приближающего в башне поинтеров. С ножом в руках. Это не так. Я не захожу в башню поинтеров, и у меня нет ножа. И я ничего не делаю тайком. Это ваш... вам Фифи рассказал. Откуда вы знаете? Догадался. Она меня недолюбивает. Но она ошибается. Может, она недавно свою эту линзу на глаза... Кто скажет, Гримор? Фифи видела Фитца, но у него в руках было что-то другое. Итак, если это был не нож, то что это было? Как насчет этого? Ах, это. Это ваше? Это подарок. Он сентиментальный, так у меня нет причины нести его в башню поинтеров, я вообще это не использую. Что уничтожить входит в набор, в который также входит нужен Фитцу, чтобы срезать, нужен Фитцу, чтобы растить. Подожди, убить, и нужен Фитц, чтобы растить, срезать. Так. Разукрашенный сову входит в набор, в котором также входит... В теплице. В саду. Так. Комнате Пенни. Это тоже неправильно. Вот в комнате Поппи было. Так, значит, что-то одно. And only almost, maybe just change one thing. And ага. That flower. Этот цветок, yes. Да. Я никогда еще раньше его не видел. Нам нужна улика для распознания с этим цветком. Что-то, что доказывает его связь с Фитцем. Это неправильно. Положи цветок, ну вот. Нам нужна улика, которая имеет какое-то отношение к этому. Ну, улика может быть вот это, либо это. Это неправильно. Давай поближе взглянем на них. Ну, земля, типа. В комнате Фрона похоже на... Или что именно? Ну тут цветок или горшок. Горшок, наверное. Горшок с почвы. Горшок с почвы в саду не похож на... Я собирался здесь на обед. Горшок с почвой в комнате Пенни похож на горшок с почвой в теплице Фитца. Так и угадаю. Цветок изначально подарили Пенни, вы Фитц. Это точно не совпадение. Что точно не совпадение? Цветок. А,
Он как две капли воды похож на Пенни. Я долго старался его вырастить, хотел, чтобы цветы были идеальными. Цвет был идеальный. Вот это подарок. Как оказалось, Пенни не заинтересована уходом за растениями. Поэтому я иногда наведываюсь в ее комнату, когда ее там нет, чтобы полить цветок, освежить землю, просто чтобы она не завяла. Окей. Так, у нас остается детектив. А, этот малюсенький, вы знали, что использовали его при обыске тела? И это совершенно логично, если бы вы были знали, что мой клиент попросил меня найти. Конечно, я не собираюсь разглашать эту информацию. Вы так дразнили Хокшоу. Вы такая дразнила? Не волнуйтесь, мы уже разузнали, что вы ищете. А вы не так безнадежны, как может показаться. Спасибо. Итак, вы это искали в теплице этого жука? Несомненно, даже вы сможете понять, что еще нас эта логика. В теплице обитает множество насекомых. Садовник мог с легкостью спрятать жука там. Фи сказала, вы его допрашивали, но при этом не обыскивали теплицу. Он не из тех, кто увлекается тонкостью. Он просто не заметил, что я использовал микроскоп. Что скажешь, Гримор? Мне доподлинно известно, что она не использовала микроскоп в теплице. Это вообще не микроскоп. Когда этот детектив Гримор стал экспертом по микроскопам. Фифи. Нихера себе, что вы хотите мне этим сделать? Самоцветы? Фифи, чтобы соорудить. Короче, начали Фифи. Телекостическая линза. Стоит. The handheld. That's not right. Это неправильно. The handheld. That's not right either. Фифи. The handheld microscope. That's not right either. Блин, это сложно. Так, глупа, не настоящая. Так. Fifi's ID. That's not right either. Fifi. That's not right either. Все в него вставляется. Чего? That's not right either. Это сложно. A fake. That's not right either. That's not right either. Вот это, наверное, сложный момент, блядь, когда ты не знаешь, что делать. Согласно Хокшоу, кто в нем стоит. Телескопическая линза. The handheld. Almost. Maybe just change the handheld. That's not right either. О, тихо. The
handheld mic almost. Maybe the handheld almost. Значит, по словам используется. Microscope, according to Fifi, uses a telescopic lens. So Hawkshaw Я склонен верить Фифи, особенно в таких вещах. Хокшоу, почему вы соврали о том, что у вас телескоп? Когда вы были ребенком, кем вы хотели стать? Детективом, конечно. Императрицей всей галактики. Я хотел стать астрономом. Правда? Я жаждал узнать тайны Вселенной. Явно тщательная затея, но при этом такая соблазнительная. Когда мне исполнилось 15, я решил применить свои умственные способности к изучению окружающего мне мира. Так я и стал детективом. Но каждое неуловимое знание — мощная сила. Я стараюсь не забывать о ней. Извините, но это вообще не связано с делом. Что это за телескоп? Это сувенир на память из моего детства. Это не просто игрушка. Зачем вы его с собой привезли? Когда я узнала, что меня нанял профессор Пойнтер, я осмелилась посчитать это своего рода планетным предназначением. Я надеялась, что он подпишет мой телескоп. Через намеченный детектив желания, признаюсь, никогда бы не подумал. Подожди-ка, значит, вы признаете, что не использовали его в теплице? Правильно. Так случилось, что мне не пришлось так тщательно осматривать теплицу. Профессор Пойнтер не считает садовника подозреваемого в нашем расследовании. Тогда кого вы подозреваете? Это уже сложнее. Моим главным подозреваемым была ваша жертва. Так, мы всех распростили. А вот что у нас выйдет, в принципе, будет у нас следующая серия. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.